Президентский указ в действии. В Хакасии родителям начинают вручать документы о назначении выплаты на первого ребенка. Сегодня в Саяногорске в управлении соцподдержки поздравляли Марию Кожухову. Она стала первой получательницей выплаты в городе. 11 января в семье родилась девочка Полина. И так как Мария не работает, средний душевой доход на каждого члена семьи не превысил полуторакратного размера прожиточного минимума в Хакасии. Семье назначили поддержку 9811 рублей в месяц. Вручение документов прошло торжественно. Сотрудники управления даже подготовили подарки для молодой семьи. Поздравили и родственники. Я хочу поблагодарить ее за эту внучечку. То есть у меня эта внучечка первенькая, сладенькая, любименькая, самая родненькая. Невестка у меня очень хорошая. И добавлю, что по данным Пенсионного фонда в январе в Хакасии родилось 524 ребенка. Больше всего, конечно, в Абакане – 213, 45 в Саяногорске и 86 в Черногорске. Самыми популярными именами у девочек стали Алина, Анна и Вероника. У мальчиков – Александр, Артем, Богдан. Не обошлось и без редких имен. Так в январе в Хакасии появились на свет Алисия, Кира, Маруся, Милада, Даниэль, Евсей, Корней, Макарий, Марк и Саян.